Что дел, и сегодня мы с вами будем сочинять абстрактный хип-хоп. Ну, с одной стороны, это, в принципе, не так сложно, но с другой, это невыполнимо. Насколько я понимаю, прикрываясь термином абстрактный хип-хоп, вы освобождаете себя от всяческих претензий, предъяв, и даете себе полную свободу для самовыражения. Ну, и в этом я, в принципе, не вижу ничего плохого. Почему он так называется? Я не знаю, но если, например, попробовать подумать логически, то хип-хоп — это типа танец или нет. Сейчас эксперты по хип-хопу, наверное, Эксперты по хип-хопу. Профессоры рэпчика. Ай, ладно. Короче, хип-хоп — это если танец, то абстрактный хип-хоп — это абстрактный танец, то есть... Это такая музыка, под которую можно дергаться, как в ионотеке, допустим. Но не будем отвлекаться, в общем, это все лирика, это я куда-то не туда ушел. Первый вопрос, который мы всегда себе ставим. Под что же зачитывать этот наш абстрактный хип-хоп? Я провел исследование, и выяснилось, что все равно под что. Эти абстрактные хип-хоперы, они читают под что попадется. То есть это универсальные артисты. Они зачитают свой текст подо что угодно. Вот, например... Покажу, как это происходит. На примере песни группы «Ночные грузчики». Я иду вверх по лестнице, довожу себя и тебя до истерики. Как до тебя дойдет известие, звонок или хроники по телеку? Насколько тебе будет больно, будет ли комфортно в своем теле? И что я почувствую за 2 или 3 этажа до смерти? Дальше больше раньше не было, я умру, или чтоб ты повесилась. Когда мы перестанем друг другу врать и будем счастливы вместе? Я корчусь в ванной, так сложно остаться без тебя навсегда. Один раз капель, зубная паста, было и сумасшествие. Невозможно любить так сильно, я прихожу в бесконечности. Когда утро и ты не спишь, не выносишь меня больше. Я наступаю на одни грабли, и я знаю, что в тебе столько же боли. Знаю, что в тебе та же самая вселенная, тот же самый космос, но все это очень сложно. Для меня это слишком просто. Ну, в общем, вы поняли. Ну вот видите, вот так это, в принципе, и происходит. Так что с музыкой мы определились. Ну, на самом деле есть некоторые общие черты. Должно быть что-то такое немного депрессивное, грузящее. Ну, там подберете что-нибудь. Главное, несложное, чтобы можно было как бы засэмплировать и зациклить. То есть, там, 4 аккорда повторяются и так далее. В общем, то, что вы загрузите на флешку, включите и будете читать под это. И даже если собьетесь, ничего страшного не произойдет, ведь ничего не меняется. И теперь извечный вопрос... Что же читать? Какой текст у абстрактного хип-хопа? Тут полная свобода действий. Он абстрактный. Абстрактный. То есть он не конкретный. Абстрактный. Я решил взять как бы воплощение слова абстрактный в чистом виде. Я решил взять набор бессвязных слов для песни в стиле абстрактный хип-хоп. Я взял текст, который представляет из себя речь больного шизофазии. Вы наверняка читали или слушали этот файл, там, где записана эта речь. Я возьму его и как бы зачитаю в стиле абстрактного хип-хопа на музыку, которая подходит под стиль абстрактного хип-хопа, ну, то есть под любую. Не, ну, я-то зачитаю под конкретную, ну, не суть. Давайте посмотрим, что получится.
Родился на улице Герцена в гастрономе номер 22. Известный экономист по призванию своему библиотекарь. В народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете телефанкин. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет. Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным массом, можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, дает свои колебания на всю дипломатию. Алья Муромец дает колебания только на семью, на свою. Спичка в библиотеке работает, а кинохроник уходит и зарягают в кинохронике. Большой учебник крепкий, а крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22 и совмещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 на монет расщепится экономика, на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Так что в эту сторону двинется вся экономика, библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые угорит от 120 кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо», Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия, открытая дипломатия, то же самое. Ну, берем телевизор, вставляем Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб, так чтоб судит. Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?